Если верить последним вестям, у меня на родине снова война. Вечно так. А страдает простой люд, а не герцог из принца. Будь уверен, что крятины не торгуют. Лучшие дары нашего моря. Охот ночного улова. Эй, помогите так он что, мне! Вор? Воровство тебя погубит! Хотите погубит? Первоклассную рапиру? Сабли рубят слабее? Прятался, что ли? Обращайтесь к оружейникам, братец! Туда, за ним, быстрее! Отлично! Они уйдет ведь вот так! Отлично! Отлично! Быстрее! Меня тут не будет. Если он тут прячется. Нужно решить деликатную проблему. Джек Фредерик. Скоро наступит крайний срок разгрузки чая. Не допустим этого. Пусть гниет на бортах этих мерзких кораблей. Катя! Из Бостона!
пришло мое предложение, ты, наверное, спятил. У моей бабки и то забрали кошель. Вот, ну это за защиту. А, да будь я рядом, боже, мы заплатили. Так он что, вор? Буква закона. Пусть она действует. Обложены налогом. Ищите выгодные цены. Если не уйметесь, я позову стражу. Нового образца. Настоящее чудо. Эй, ведите себя прилично. Это уже слишком, хватит. Но! Спасибо. Будем с ним делать. Это мое, и ты это знаешь. Вот, мамочки. Thank you.
Вот, опять. Посмотрю, что ли. Из-за участившихся несчастных случаев квалифицированные мастера... Уходи давай! Уходи давай! Ищешь, с кем бы силой помериться? Я как раз устраиваю турнир. Но пускают туда не всех. Сначала надо себя проявить. Вот список имен. Побьешь всех, сможешь участвовать. Тогда поглядим, чего ты стоишь. Драться пришел? Тогда за дело! Хочешь победить? Тогда бей! Давай! Бей сильнее! Сильнее! Хочешь победить? Тогда бей! Вот грохнулся!
Спокойней, приятель. Я не моряк, но знаю, что он там. Кто-то зовет его кракеном, кто-то морским змеем. 100 фунтов длиной, топит корабли и потехи ради. Меня-то ни за что не заманишь в море его искать, но было бы славно, если бы кто-то разрешил эту загадку. Же тварь. А где? Да как раз забыл на лому. Всплыл на поверхность, огляделся кругом и снова нырнул в глубину. 30 футов, не меньше. А сколько еще было под водой, не знаю. Джек говорит, там, где этот змей, всегда рядом какой-то старик. Джек много чего говорит. На этому я верю. Старик хозяин этой твари. Какой-то старик приручил кракена. Ну и бредни. Не знаю. Тоже говорят и те, кому я верю. Люди, в Нью-Йорке и Филадельфии чай отослали обратно. В Чарльстоне его забрал сам город. Но здесь грузополучатели упрямятся, тем хуже для них. Слыхал, хозяин змеи помер. Да, схоронили тут рядом. Ну и тип был, хоть избавились. Говорят, тот старик хозяин кракена ферму тут прикупил. С тех пор тварь никто не видал. Значит, это правда? Не знаю. Вдову спроси, она все сидит на могиле. Пришли почтить его. Вы первый. Друзей у него не было. Люди не понимали. Он был хорошим торговцем и мужем. Я была с ним очень счастлива.
впервые я этот цвет увидал в Бостоне. Я как раз сдавал добычу в лавку, когда из-за Бикон-Хилла взвелось пламя. Аж в небо ударило выше луны и исчезло. Я был не один. Все, кто рядом стоял, головы позадирали и пялились наверх, разинув рот. Что это, не знаю. Но явно не из этого мира. Love this.